Апрель является очень благоприятным месяцем для ловли плотвы. Все дело в том, что в этом месяце у плотвы происходит нерест, а значит имеет место быть преднерестовый жо. Именно в апреле, с полным открытием водоемов и сходом с них льда, плотва готовится к продолжению своего рода, перед которым ей следует хорошенько подкрепиться и набраться сил. Если весна затяжная и зима никак не хочет отступать, то клев плотвы может быть нестабильным и вялым, но если вода успела прогреться до температуры более 7 градусов Цельсия, плотва начинает питаться очень активно, жадно хватая наживку. Так, в апреле, у рыболова появляется возможность поимки большого количества этой рыбы, а главный бонус – это, конечно, плотвина и икра, которая особенно вкусна при сушении плотвы. Где искать плотву в апреле? Плотва – рыба вездесущая, она обитает как в реках, так и в стоячих водоемах. Причем плотва может быть одним из самых многочисленных видов водоема. Но это не значит, что она будет ловиться в любой точке водоема и на любой глубине. Для того, чтобы удачно ловить плотву, необходимо знать ее повадки и особенности поведения в зависимости от сезона. Вот в апреле, плотва сбивается в плотные стаи у берегов, на мелководье, где глубина не превышает 2 метров. Оптимальным местом ловли плотвы в этот период являются участки водоемов у камыша или другой водной растительности, где глубина не достигает и 1 метра. Такое поведение плотвы в апреле и скопление ее в прибрежных зонах с минимальной глубиной связано с тем, что после зимы рыбу влечет теплая вода, а наиболее быстро нагревается вода именно на меле, под лучами весеннего солнца. Еще одна причина скопления плотвы в таких участках – это икра другой рыбы, которую плотва успешно поедает. В икре рыбы очень много энергии, которая так необходима плотве перед собственным нерестом. Если ловля плотвы в апреле происходит на реке, то искать ее на течении нет никакого смысла. Плотва уходит на участки реки, где течение отсутствует или практически не ощущается, и так же, как на озерах, не опускается на глубину более 2 метров. На что ловить? Во время жора плотвы в апреле она очень хорошо берет практически любую приманку. Но все же, весной рыба предпочитает наживки животного происхождения. Плотва не исключение. Самые простые уловистые варианты – навозный червь, опарыш, мотыль. Одной из этих трех приманок будет вполне достаточно для того, чтобы наловить плотвы. Но для того, чтобы узнать, на что лучше клюет плотва сегодня именно на этом водоеме, всегда нужно иметь несколько вариантов наживки, а в идеале это все три перечисленные. Также можно пробовать ловить на ручейника, хлеб и тесто. На некоторых водоемах плотва охотно берет и на такие приманки. Но в любом случае, три перечисленные выше наживки вне конкуренции. Чтобы там ни говорили, прикормка всегда безотказно действовала на плотву, активизируя ее клев и привлекая целые стаи к месту ловли. В апреле действию прикормки может помешать лишь передвижение плотвы к месту нереста, если ловля происходит на реке. Но все равно, на некоторое время прикормка задержит стаю плотвы, дав возможность рыболову надергать с десяток-два экземпляров. В прикормке плотва абсолютно непридирчива, и тут сойдут самые простые ингредиенты. В качестве прикормки на плотву в апреле можно использовать хлеб, отруби, халву, макуху, любую кашу. Кстати, я подобрал для тебя лучшие рыболовные магазины онлайн с доставкой. Если ты рыбак, не ленись, зайди в описание под видео, уверен, ты будешь удивлен такому разнообразию товаров для рыбалки. Хорошего вам клёва!